В Брюсселе начинаются переговоры по ситуации в Греции. В понедельник там проходит экстренный саммит стран еврозоны. В переговорах также принимают участие представители Международного валютного фонда и Европейского центробанка. За несколько часов до начала переговоров премьер-министр Греции Алексис Ципрас отправил кредиторам новый план по проведению реформ. Представители греческого правительства назвали его компромиссным. Его детали пока неизвестны, однако в Еврокомиссии предложение Афин назвали «хорошей основой для переговоров». Ранее греческий кабинет провел экстренное заседание. После более 8 часов переговоров министр финансов страны выразил уверенность, что Афины смогут достичь договоренности с международными кредиторами и получить критически необходимую финансовую помощь. В конце июня Греция должна выплатить Международному валютному фонду более миллиарда евро в рамках долговых обязательств. Однако, как заявило греческое правительство, денег в казне нет. Чтобы избежать дефолта и выхода из зоны евро, Афинам необходима финансовая помощь. Если соглашение будет достигнуто, стране выделят очередной транш в размере 7 миллиардов евро. Долг Греции составляет более 240 миллиардов евро. Он образовался после предоставления стране финансовой помощи в 2010 и 2012 годах.